В один из дней поездки исполняющий директор «Сагазмет» Ольга Антонова провела встречу с жителями Белоярского. Вопросы касались изменений в системе ОМС, прав пациентов и профилактических программ, реализуемых в Югре. Ольга Владимировна объяснила принцип работы представителей «Сагазмет» с пациентами по вопросам диспансеризации. Зовет на диспансеризацию участковый терапевт, да? Либо какой-то специалист поликлиники может вам напомнить, что там в регистратуре вам могут сказать, вот в этом году вы подлежите этой программе, обратитесь к терапевту, да? А страховая компания рассылает вам смс-ки. Кто получал от нас смс-ки? Я получила. Там такая смс-ка, внизу фамилия моя. Уважаемый, в этом году вы подлежите диспансеризации и там с уважением директор Антонов. То есть мы вас информируем. Далее разговор с жителями вылился в живой диалог. Белоярцев интересовали вопросы смены участкового врача, качество оказанных медицинских услуг, действия медполиса за пределами района и многое другое. У нас всегда очередь к окулисту, всегда очередь к эндокринологу. Очень тяжело к окулисту, и вообще не могут. Сейчас вот женщина приехала, не буду говорить, кто приехала после операции, и она не могла на быстрый прием попасть несколько дней, потому что... Очень много народа. А по эндокринологу, вот это частая самая проблема, которая немножечко идет, тут два перегиба. Иногда на самом деле не хватает. Тут у вас по факту на ваше население должен быть один эндокринолог. Но все хотят к эндокринологу. Почему? Потому что считают, что любое эндокринологическое заболевание должен лечить эндокринолог. А это неправда. Сахарный диабет второго типа лечит участковый терапевт. Заболевания щитовидной железы лечит участковый терапевт. Ольга Антоновна пообщалась с исполняющим обязанности главного врача Павлом Шороховым, посмотрела материально-техническую базу учреждения и поделилась своими впечатлениями о рабочей поездке в Белоярский. На таком расстоянии, на таком отдалении, такой чудесный, красивый город, столько ярких цветов. Прогулялась по набережной, увидела все экспозиции и все современное искусство, я бы это назвала, то, что было на набережной. Прогулялась по центральной улице, все дома оформлены в ярких цветах. Все это создает позитивное настроение. Приятно порадовали дороги. Дороги не посыпают солью, они чистые, соответственно, и жители города, мне кажется, они даже несколько улыбаются в этом белоснежном снегу. Везде, где бы... Много времени, естественно, по работе я провела в больнице. Мне понравился персонал, прежде всего, в каждом отделении практически я была. Руководители этих отделений, врачи, все открытые. Открытые к диалогу. Это самое главное, когда и страховая компания, и больница готовы обсуждать рабочие вопросы и становиться лучше. Инна Бугрова, Петр Михалап, Юрий Орлов, Белоярский. Время новостей.